как она быстро бегает. Ну да, она собачка. Она веселенькая. Очень. Посмотри, где я сейчас выгляну. Ты меня видишь? Да. О! Вот это выпало, все закончилось. Вы видели, как у меня крылышки светились? Нет, я нажала на кнопочку. Всем привет! Вы на канале Sushi Plan Games, я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем играть в сценарию. Это я, а это Милана. А где ты? Вот я. Я Епир, а Милана... динозаврик. Какое-то другое существо. Да. Ребята, кто знает, напишите в комментариях. Да. А я еще не зашел, я скоро зайду и приду к вам в пустыню. Я голодная. Соня, а что это вообще у тебя? Рыба или что? Или... Это рыба-бабочка. Похоже на жучок какой-то. Ну нет, это не жучок. Знаете, почему она рыба и бабочка? Нет. Потому что она рыба и бабочка. Гениально. Соня, я сейчас зайду за Нимфозукус. Нимфозукус. Ребята, кто знает такого, напишите в комментариях, у кого есть. Нимфозукус. Я ягодки вот ищу. О, я нашла ягодки. И, кстати, вот здесь какие-то другие ягодки, совсем другие. Ну вот, я поела чуть-чуть, и я обратно бегу в этот страшный мир. И я бегу, и бегу, и бегу, и Милану жду, и вот она... А какие особенности у твоей птички и как она кричит? Я еще не пробовала, как она кричит, и сейчас испробую. Вот так. 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 Или так. Она совсем как-то по-другому кричит. Не подходит к бабочке. И смотрите. Она очень быстро плавает. Ой. Я чуть-чуть тут занырнула. Спасите меня, помогите мне. Ой. Папа пока что идет в пустыню. Да, я иду Нимфозукусом. Да, Нимфозукус это как крокодил. Только он не зеленый. Вы видели, как у меня крылышки светились? Сами? Нет, я нажала на кнопочку. Я как-то странно сижу для бабочки. Я не умею летать. Ты умеешь летать? Не-а, не умею. И почему-то тут куски мяса стали какими-то странными. Все здесь стало странным. А вы где, озеро? Да, в озере. Я туда уже как-то не хочу заходить. Там Гремос. Я сейчас как украду мясо. Кусочек. Оно какое-то странное. Ты где, Соня? Я в озере. Ой, ночь началась. Ой. Папа, ты где? Вот папа. У папы красные светящиеся глаза. Да, ну, потому что я голоден, поэтому они светятся. Они как бы предупреждают. Мясо давай. Ой, кушать. Кусок мяса, а я думала, это ягодки. Ну вот, я пока что наелась. Соня, а как ты получила это животное? Это существо получается за время, которое вы играете. Если вы играете полчаса, то можно будет зайти, чтобы купить существ. Так. Вау, вот это хороший бег. И можно за время как бы вот купить его. Пир. Ну вот, покупайте существ. Гачи времени. Вот, и здесь его можно купить. Я его сейчас могу купить, как бы, но у меня еще есть эхо.
Его можно купить за 120 минут. То есть, если играешь 2 часа, то можно купить? Да. Если ты играешь 10 часов, то можно купить вот этого. Верклексин. Если ты играешь 50 часов, то ты можешь купить вот этого. Так, ты можешь уже, да? А, нет, красный. Если ты играешь 100 часов, то ты можешь его купить. Ага. Вот этого тоже можно купить. Надзиратель Гелиона. И? Ребята, у кого есть такой надзиратель? Да. У кого? Там комментарии были. Показать. Минари. Так. И Хушаик. Так. Про Хушаика мы уже снимали видео. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Хорошо. Про Минари мы еще не снимали видео. Поэтому и он изменился, у него тут какой-то грибочек вырос. Хорошо. Ну, мы в другой раз, да, покажем? Да. А сегодня ты кого еще покажешь? Я покажу редких существ. Давай. Вот он. Эта собачка выглядит как собачка. Растет 14 минут. И очень-очень милая. Я уже играла за нее и... Что такое? Ой, какой глаз большой. О! Какая собачка. Ее можно купить только за робоксы. Угу. Но она очень милая все равно. Как она называется? Рукик. Рукик. Как она быстро бегает. Ну да, она собачка. Она веселенькая. Очень. Эта собачка ест только мясо. А пить ей нужно? Да. Она же собачка. Собачки пьют. И... Приходи в долину. И я могу очень хорошо защищаться. Я с Миланой это уже пробовала. Я могу сделать какой-то клей вот такой. Вот он. Ага. И он ничего не делает никому, но... Противник залипает там? Ну, я не знаю, наверное. И поэтому он... И все, никто не залипал, кто там был. И все только были шокированы, они там такие ходили, а потом кровью истекали. Ага, понятно. Ну, я не знаю, почему. Это очень крутое обновление! А что тут? Когда я ем, тогда мясо становится меньше и меньше. Ну да. И остается маленький кусочек. Приходи, смотри, я тебе покажу, как мой крокодил вырос. Хорошо. Вот на пути. Милана, иди за мной в долину. Ой, собачки плохо плавают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут трехглавый дракон, вот я рядом, на горке. Вот, да. Вот, смотри. Ой, какая ты маленькая. Возьми мясо с собой. А где оно? Лежит везде. А вот мясо. Оно сегодня большое. Что думаешь, не возьму? А я тебя несу, я не могу взять. Ну, ладно. И без мяса переживем. Ну да. Ну, я хотела. Я тоже хочу мясо. Поешь и побежали. А-а-а. Какая веселая собачка. Он мне маленький кусочек оставил. А, я его не могу съесть. Ладно, не буду есть. О, привет. Привет. Я зашел за нового. Это как его? Минави. Минави? Или нет? А, Соня? Это не Минави. Это не Минави. Мне надо мясо кушать. И поэтому мне надо каждый раз бежать в пустыню. Маринус. Соня, у меня Маринус. А, Маринус? Маринус. Хорошо, видишь? Маринус. Он бык будет. А пока что он так. Какой-то зверек непонятный. Хорошо.
Покажи, покажи его со стороны. Ой-ой, я выросла. Смотрите, когда собачка вырастает, у нее появляется как бы вот этикетка. Бирка. Бирка. Ага. И она очень красивая. Вот здесь такие штуки всякие. И хвостик пушистый. И все тут такое пушистое выглядит. Ничего себе. Ты голодная опять. Да. Я опять голодная. Голодная. Пойди покушай, голодная. Ой-ой! Ой-ой! Ой! Как он кричит у меня. Ой-ой! Извержение вулкана. Соня, ты где? А, папа, ты где? Мы там же. На озере. Давай в озеро прыгать. Давай. Ты пришла? Я иду. Вот, да. Вот. А, водичка, водичка, моя водичечка. Прячемся. Вулкан. Мочки. Соня, прячься. У меня гипотермия. Е, чтобы попить. А, надо прятаться в гору тогда. Или что? Идите за мной. А где ты, Соня? Папа. Вулкан. Это ты где? Ты под водой? Я где-то, да. Вылезай. Не могу. Темно, ничего не вижу. Соня, ты где? Вылезайте. Не, мы тут хорошо спрятались. Вас убьет вулкан. Смотрите на здоровье. Восстанавливай. Приближается вторая волна более опасных метеоритов. Ты можешь к нам пойти? Нет, у меня гипотермия. Соня, держись. Мне и так хорошо, но у меня что-то с легкими. Сложно дышать из-за пыли. Ложись, чтобы выздороветь. Ой-ой! Ой! Вылезайте! Там опасно! Я кричу! Там опасно, правда, под водой опасно! Да нет, вроде. Ой, да, опасно. Что-то трясется все. Ну вот, я же говорю, опасно. Ой, у меня какие-то раны. Ну вылезайте! А я думал, что наоборот, надо под водой быть. Нет. Посмотри, где я сейчас выплыву. Ты меня видишь? Да. О! Как-то ты выплыл, все закончилось, тебе повезло. Ну, отлично, надо полежать. Фу. О. А ты где? А вот собачка. Так, сейчас ложусь рядом. У вас вон какое кровотечение. Вообще, это было эпично. Ой, меня кто-то ест. Он меня схватил. Ух ты. Соня, а как мне его? Он... Он сам ко мне прицепился, главное, и... Я могу стики-стики сделать. Для него. У меня теперь раны большие. А, вот заживают быстро. Вот он. Да это он ко мне прицепился. А, нет, опять жует меня. Зато есть мясо теперь. Я тебя съел. Он сегодня. На этой грустной ноте. Что с тобой? Ты можешь. Ты выросла полностью. Подписывайся на канал, подписывайся на Дискорд, на Инстаграм, на Твиттер, на ТикТок. И пока-пока. Пока, ребята, напишите в комментариях, за каких существ еще нам поиграть. Может быть, вы видели какие-то интересные.
Да. Существа. А я буду убегать от самой себя. Я ведь такая страшная. Ты красная стала. Красная значит опасность для других. Правда? Да, опасный пёс. Сейчас вот убежит вот этот вот надзиратель. С когтями. Кто-то не стрит давно. Смотри, торчат. Правда, ну что со мной? Ну выросла. Ну почему я красная? На тебя попала лава вулкана. Не, просто ты выросла. Наверное, такой окрас у взрослого. Ну да, пока. Всем пока.